Вот такой живописный мостик. Хочу перебраться на ту сторону, попробовать там кого-нибудь словить. Но вот там, где я хотел встать, уже, смотрю, мужики вот буквально минуту назад стали. Ну надо же. Не думал, что в такую рань кто-то придет. Вот они уже пришли. Вот такой живописный мостик. Его весной смыло. Видео сейчас вложу. Смыло Шарапкинский мост. Был мост и нет моста. Остались рожки да ножки. Как его тут разобрало на запчасти, потом его вот починили. Все равно выглядит он страшно, шатается вот так вот он. Ходить по нему тяжело. Мужики на спиннинг пробуют ловить. Но мы браконьерничать не будем, мы попробуем на удочку. Сейчас только найти местечко, где спуститься и подойти к воде. Вот такой живописный. Мостик. Так, пойдем по нему аккуратненько переходить. Вот, перешли мы через мостик, и вот здесь вот такое грязноватое местечко. Ну, по крайней мере, кто-то что-то ловил. Вот под удочку у него стоит треножка. И вот здесь вот там лопушки. Сейчас попробуем вот здесь покидать на речке. Говорят, ельцы здесь бывают. Сейчас попробуем кого-нибудь половить. Забросили мы свои поплавочки. Будем надеяться, что кто-нибудь придет проклюнется. Вот такой живописный мостик. Свежеотстроенный. Мужики покидали там спиннинги, ушли. Пошли вдоль речки дальше. Ух ты, как там плеснулось хорошо. Какой-то хищник гуляет. Я тоже хотел спиннинг взять, но остается до открытия сезона тут совсем считанные дни. Не хочется браконьерить. Поэтому ловим на поплавочек. Зуд, так сказать, рыболовный снять. Не считаем до открытия моторного сезона. Все снасти уже перебраны. Готовы выезжать. Выезжать будем заранее, чтобы полянку занять, потому что на открытие всегда бывает очень много народа, тем более погода благоприятная, поэтому придется съехать за пару дней до открытия, чтобы место занять нормальное. А то бывали такие открытия, когда приезжаешь вот за день до открытия, то полянки все бывают плотненько забиты уже, и встать бывает негде. Сейчас здесь попробуем. Если что, перейдем на другое местечко, где-то еще попробуем. Можно с моста попробовать, там мост довольно низкий. И попробовать под кустики там вот покидать. Сейчас будем пробовать, по крайней мере, у нас есть пару часов. Будем пытаться словить рыбку, а то дома уж не усидеть. Как появились пару часов, так надо на рыбалку. Ветерок поднялся, рябь на воде. Была только что такая гладкая довольно-таки вода. Речушка. На этой точечке не хочет клевать. Вот полчаса мы покидали. Я попробовал и подальше покидать. И поближе к берегу, и поглубже делал. Вот глубина уже тут метра полтора я сделал. Это речушка мелкая, но пока вот что-то никто не клюнул. Один раз кто-то как будто бы нюхнул опарыша, и все. Тишина. Сейчас попробуем в другое место перейти. Вот этот живописный мостик мы с другой стороны попробуем обойти. А потом еще хочу попробовать с мостика. Может быть, там что-то проклюнется. Будем пытаться. Вот мелочь плавает, вот если вам видно. Совсем мальки прям возле берега плавают. Ну вот, достойные карасики наши или плотвички не клюют.
будем ловить. Вот перешел на другую сторону моста. Вот теперь мост с этой стороны. Здесь вот такие живописные камни в воде. Может быть, здесь кто-то проклюнется. Там вот люди даже уже загорают. У нас тут второй день более-менее тепло на улице. И люди потянулись к воде. Правда, не купаются, но загорают. Потом вот туда, на ту сторону, с этого попробую, с мостика. Там живописные такие кустики прям свисают над водой. И растут в воде прям кусты. Там попробуем кого-нибудь словить. Продолжаем рыбалочку. Какое-то подобие поклевки было. Да-да-да, кто-то там у меня... Ай, какая мелочь! Вот это да! Вот это рыбина! Вот это зачет! Ну надо ж! На сегодня мы рыбу все отпускаем. Мы не за рыбой сегодня пришли. Но это, конечно, крутая рыбина. Ну, по крайней мере, клюнула. Уже хорошо. Главное, заглотила еще хорошо. Иди. Мелочевочка. Ну, по крайней мере, мы видели поклевку. Но это вот та мелочь, которая вот гуляет сверху. Вот она греется где-то в теплых слоях верхних. Я вот помельче глубину сделал, и вот клюнула малышка такая. Ну, по крайней мере, отозвалась, уже хорошо. Уже в руках рыбу подержали. А вот кто-то там еще опять нюхает. Кстати, да, кто-то у меня из подписчиков там сказал, что я прикольно говорю про то, что рыба нюхает. Ну, а как сказать? Ну, поклевывает, не знаю, приклевывается. Действительно, она нюхает, вот подошла, пробует на зуб. Нравится ей приманка или не нравится. Вот опять. О, еще мельче. Вот это клев пошел. Круто. О, молодец, сама отцепилась. Да, надо глубже делать, потому что сверху совсем, совсем мелочь клюет. Сейчас пойду все-таки с той стороны под деревья, под кусты вот там покидаю. Там, по крайней мере, вот я сейчас стоял. Кто-то и плеснулся хороший такой, то есть там какой-то хищник, кто-то гоняет кого-то. Может, там что-то и повзрослее есть. Потому как здесь вот только мелочь, но уже две рыбинки было, уже хорошо. Уже зуд рыболовный уменьшился. Считаем дни до открытия сезона. Вот, чуть поглубже сделал, и все, и... Сразу тишина, буквально на 20 сантиметров глубже. А там вот внизу видно, там камни лежат. То есть место интересное, перспективное. Камни такие хорошие, прям вот такие вот булыжнички настоящие. А все, и глубже вот не хочет сразу клевать. Сразу тишина. Ну, сейчас еще здесь полчасика побудем, и тогда вот туда я все-таки хочу попробовать. Вот под мостом там такие живописные два кустика. Вот попробовать под них покидать. Правда, с той стороны берега там мелко. То есть у нас с этой стороны глубина в реке, а с той стороны у нас мелко. Но может там погреться кто-то вышел. Вот тоже к берегу чуть-чуть ближе кинул. Там получается уже... помельче, и сразу опять же мелочь поклевывает, по крайней мере, дергали несколько раз, или, как я говорю, нюхали. Клюнуть никто не захотел, только понюхали. Вот там камень очень сильно большой, вот я к нему совсем подкинул, может, кто-то под камешком там стоит более достойный. Погода сегодня хорошая, солнышко, облаков почти нет. А с воскресенья опять у нас дожди зарядят. Нам вот ехать на открытие, а там 3 дня дождей якобы передают. Не очень хорошо. По крайней мере, туда, куда поедем, там ехать по лесной дороге. Есть пару мест, где будет грязновато. Будем надеяться, что прорвемся. Пару мелких еще рыбешек мы здесь поймали, но совсем мелкая такая, недостойная. Даже кошкам мы сегодня не забираем. Сегодня вся рыба будет отпущена.
Так, все, переходим оттуда на то место. Попробую заснять проход по такому живописному мосту. Шатает его, конечно, не по-детски. Ходить здесь. В детстве, когда ходили по мосту, конечно, по нему было весело. Мы его раскачивали. Он ходуном ходил. Девчонки визжали. Самому-то вот тяжело идти, а когда его раскачиваешь, то он вообще, ой, неустойчивый. Весь скрипит, весь трещит. Такое ощущение, что далеко ты на нем не уйдешь. По нему. Вот такой у нас мостик. Офигительный. Так, ну вот сюда я хочу покидать. Попробовать. Значит, делаем помельче. И вот туда. Посмотрим, что тут есть. О, там сразу клюет что-то. Ну, наверное, мелочь погреться вышла тоже на мель. Но здесь дно видно. Здесь, наверное, полметра глубина максимум. Поэтому что-то достойного здесь, наверное, вряд ли будет. О, клюют. Была какая-то поклевочка. Так, глубина у нас полметрика. Можно, может, чуть-чуть побольше. Как только закинешь сразу... А, ну да. Такие же рыбы. Опа, отцепилась, отлично. И не надо даже отцеплять. Так, чуть поглубже. Чуть подальше. И... Опаньки. Ага, поглубже не хочет сразу. Сразу что-то ей не нравится поглубже. Хотя поплавок стоит. Ну да, здесь вот эта мелочь бегает. Греется. И вот кто-то, хищник, здесь и погонял ее. Пару раз здесь всплески были. По мосту прошли, раскачали. Стоять тяжело. У меня кто-то там проклюнулся. Наверное, опять же, маленькая рыбешечка. Ой, какая красавица. Офигительная. Но разве это не улов? Но шикарнейший улов. Сейчас мы тебя отпустим. Повиси. Ай, хороша. О, какая блестящая, красивая. Ай, прям шикарная рыбешка. Да, вот такие здесь, значит, и греются. Типа уклейки, наверное. Что-то мелкое. Так, здесь мелко. Пойду-ка на тот берег. Там тоже есть кустик такой же. Там, по крайней мере, поглубже, может быть, там что-то другое будет. Покрупнее. Сегодня у нас прогулочная рыбалка. Вот там кустик довольно хороший. Сейчас попробую под тот кустик. По крайней мере, тот берег глубокий. Там метра полтора, наверное, будет глубина. Пошли туда. Да, здесь значительно глубже с этой стороны, но здесь сразу есть течение, поплавок прям несет. И уже мелочь здесь не выходит греться, и поэтому тяжело, во-первых, закинуть против ветра. И здесь тишина, даже мелкие не клюют. Хотя вот кустик такой интересный, перспективный, над водой прям. И глубина приличная, вот у меня больше метра, наверное, стоит. Речечка вот такая живописная. Красиво. Рябь такая замечательная. Но вот рыбка пока только очень мелкая клюет. Чистая кошачья радость. Да, на рыбалке 2 часа пролетают просто мгновенно. Кажется, еще недавно пришел, а уже 2 часа пролетели. С мостика совсем не клюет. Мелочь там 2 раза клюнула и все, но совсем мелкие. Сейчас попробую перебраться еще в одно место. Может быть, там что-то получится. Но это буквально полчасика еще и все. По крайней мере, на сегодня рыбалочка закончена. Всем до свидания. Всем пока.